Всем привет, с вами Бэшик. Дело было так. Сидел монтировал Раст, как мне написал ВК подписчик. Так и так, есть такая вот игра, интересная, классная. Я тут же ввел название игры в Стиме, посмотрел видео, посмотрел скриншоты, почитал описание, и меня она заинтересовала. Это копатель здорового человека, с фармом, без построек и без крафта. Игра очень интересная, и в ней прекрасная музыка. Серия получилась коротенькой, но насыщенной. Она отлично отражает общую суть игры. По игровому процессу игра частично похожа на Left 4 Dead. Пойдем. Ты стрелок? А я тоже стрелок. Поехали. Давай, что нам добыто? Голомит. Это что? Моркит и голомит. Голомит не знаю. Ты аккуратней. А, я уехал. Меня скинуло с этой. Я так правильно, чувак, все верно. Так, давай карту посмотрим, такое? Куда нам идти. Синий кристалл. Что он дает? А, просто ресурс. Ну, ничего не дает. Я по этой карте могу понять, куда нам идти. О, это можно пробить. Это можно пробить. Куда ты скинул? Что ты кинул? Это файр. На F кидается. G граната. Будешь стрелком, ты, кстати говоря, это нормально, постреляешь, поможешь. Здесь челики такие жесткие, точнее, челики, жуки. Просто восхищайся этой музыкой, она крутая. Будто ты такой тонкий. И миниган, где тебя? А где наш этот? О, у нас же есть этот роботик, смотри. А этот есть? Такой, который типа копает? Нет, летающий робот в одиночке дается. Чувак, у нас враги. У нас еще враги. Много. Прикрой. Так, дай-ка я следую, подожди. Минеральный кратер. Собирай ресурсы, собирай. Погоди, я спущусь. Че это такое? Ё-моё, чел, у нас проблема, долби. Он токсичен, отходим. Да, ты можешь сам заползти его пробовать, чувак, давай попробуем вот так. Разбирайся. Ага. О, подожди-ка. Голомит. Затратно, но... Ой, подожди, что я нашел? Маркит. Ёп, просто ты. Темно. Их много. Со всех сторон прут, со всех сторон прут. Отрабатывай. Так, 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 я дезориентирован. Не вижу. И ты сидишь хитро этой мордой. Сзади. Давай. Мне просто их не видно. Темнота такая, страшные ребята. Ты хелпу свою собирай. Так, я собрал немножко голомита. Надо скинуть, подожди. Но нитро у нас реально мало, мы не сможем капсулу снабжения выбрать, поэтому патроны экономим. Больше взять их негде. Ты так и не достал? Е-е-е, достал, отлично. Нитры полно, ты глянь. Я пойду слева возьму. Роль поставлю сейчас. У нас снизу ползет здоровый Егор. Хелпа. Вот видишь, кто бывает порой. Так, он токсичен, кстати говоря, да, опасно подходить. Ах ты ж ё-моё, и подхожу сам. Иди сюда, робот, вниз, давай. Прикольный робот. О, чувак, у нас нитр много. Хорошая работа, так. Нам еще надо собирать, давай нитр дособираем. У тебя какие фонарики? Синие? Мои.
Желтые у меня. А твои, по-моему, подожди. Да, синенькие. Я бы даже больше сказал, они бирюзовые. Вот еще нитро. Чувак, у нас гость. Здоровый. Агри на себя. Я его сейчас жопу стреляю. Все, готов. Уходи, уходи, уходи. Токсины сейчас будут. Чувак. Готовность. Со всех сторон. Просто со всех сторон. Перезаряжай все оружие, быстро. Чувак, вижу. Один. Жесть творится. Так, не вижу, не вижу, не вижу. Дай-ка я заряжу. Ой-ой-ой. Ну, какой здоровый пришел к нам. Йо-йо-йо, давай держи. Чувак, еще один. Их много, их много. У меня брони нет. У меня брони нет, я знаю. Еще красный какой-то вывалился. 96 патрон. Турель заряжаю, турель заряжаю. Держись. Пробил ему морду. Отлично. Так, подожди. Еще? Еще идут? У меня тоже хила нет. Все, 0 патрон. Вызываю капсулу снабжения. Жди, скоро придет. У нас еще гость. У тебя револьвер есть. Есть. Капсула снабжения может бабахнуть, аккуратно. Ух ты ж, ё-моё. Собирай ресы. Я не могу, как? Е нажимаю, удерживай. Так, все, перезарядка по всем фронтам. На турели зарядить. Добавили? Да. Так, дай я турель заряжу. Все, готово, так. Во все оружие. Все, я все, я. Пойдем. Так, готово. Музыка, как я не знаю, просто офигенно. Музыка очень крутая в этой игре. Они еще идут, они еще идут. Мне их много. Сломали. Их много, у меня дробовик. Так, давай-ка я карту проанализирую. Нам нужно двигаться куда-то дальше. Так, окей. Вижу маркит. Много маркита. Вижу еще маркит. Так, я золото нашел. Я выполнил. Так, подожди, давай турели поставим, потом капсулу вызовем, потому что кажется мне, кто-то может прийти к нам. Золото соберем. Там еще маркет есть, не знаю, имеет ли смысл его. Убираться отсюда. Давай, тут я позицию хорошую нашел нам. Иди сюда. Пытаемся убраться отсюда, да. Вызвать десантную капсулу. Давай, не, не, давай, давай, к турели иди. Не надо вызывать. А сейчас. Я тут недалеко. Вниз спускайся, как бы и вправо. Так, ослика сюда, давай. Возможно, когда мы начнем капсулу вызывать, полезут жуки. Поэтому давай подготовимся. Так, куда я кореса скину? О, нормалек. Нормалек, так, ну что? Вызываем капсулу. Держитесь на расстоянии. А жуки тоже прибудут. Так, у нас есть нитро. Подожди, подожди, подожди. Это нам еще обратно идти или нет? Я не понимаю. Так, подожди. Мне кажется, значит пробьет просто поверхность. Пошли туда. Идем. Выдвигаемся. Через понятно. У нас ограниченное время, двигаемся. Осада. Аккуратно, граната пошла.
Живешь? Давай, крупный калибр. Большой, здоровый, морду пробил. Проходим быстро. А то и за газ задержимся долго. Нету. Понял тебя. Так, идем обратно. Ё-моё, много жуков сверху. Работай. Давай вниз, давай вниз. Да у меня много врагов. У тебя и миниган все-таки, да, дробовик? Я убиваю всех. Так, отработал. Идем. Так, а куда дальше-то нам здесь? Подожди. У меня проблема. Ты-то убежал, а я так. Чувак, помогу. Подожди. Да. Куда нам дальше? Подожди. Так, крюк цепляй. Так, перезаряди тогда все. У меня закончились платформы. Право, жуки. Вор, живешь? Ничего не вижу, паутина. Уходим. Мул на борту. Типа он без нас уедет? Кто, мул? Мул быстро, да. Туда. Мул быстро эвакуируется без нас. Так, застрял. Нормально, нормально, поднимайся. У меня 36 патрон. У меня 19. Экономим. Всё. Подожди. Турджу, который взрывается. Могу турель поставить? Сейчас побегу, иду, иду. Тут жуки. Иду, там большой жук. Пистолета атакую, убил. Молоток. Так. Нет брони, убегаю. 50 метров. Прощик, извини, бросаю тебя, брат, только я застрял. Уходим, уходим. Здоровый жук. Ты нашел? Подожди. Да, нашел, вот сюда. Меня зажали. Уходим. Куда, куда? Я потерялся. А, вон под... под... А, нет. Как мы сюда попали-то? Где капсула? Чувак. Бегом. У нас минута. Где-то вот здесь же мы поднимались. Не, здесь ничего нет. Мы не успеем улететь. Последних 3 патрона. А, вот дырка. Бэшик, бежим. Я капсулу вызвал. Я бегу. За мной война. Ой, чувак, война. Ты вообще патронов нет? Я могу не добежать. Так их много. Вот. Их очень много. Фонари свети, хоть кидай. Вон, 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 капсула уже близко. Поехал, 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 быстрей. Не по... Я потерял, подожди, я застрял. Я не вижу их, понимаешь? Все, Егор, улетай. Я не могу до капсулы дойти. Я не могу вход найти в капсулу теперь. Да в другую сторону. Ты умер? Я все погиб. Улетай без меня. Я не вижу входа. Вход в текстурках, как зайти-то? 10 секунд to take off. This is it, lads. Я улетел. Это было очень круто.